Самая обсуждаемая тема – эпидемия гриппа. Во многих регионах сейчас пик заболеваемости. Какие меры принимаются и какой прогноз? Об этом речь шла на совещании у президента. Кроме того, обсуждались некоторые экономические вопросы. Обо всем подробно в репортаже Михаила Акинченко. В этом году эпидемия началась не совсем обычно, отметила министр здравоохранения в докладе главе государства. Болезнь пришла, что называется, откуда не ждали, вместо традиционного и уже привычного азиатского пути, когда вирус распространяется с востока на запад. На этот раз болезнь пришла с Украины. Первые очаги в нашей стране зарегистрировали на юге, Ростовская область, Ставрополье и далее уже в другие регионы России. В остальном же эта эпидемия не слишком отличается от всех предыдущих. По всем критериям эпидемию на сегодняшний день можно считать средней интенсивности. Превышение порога в целом по стране на 31,5%. Если говорить о распространенности штаммов, то преимущественно это свиной грипп H1N1 от 75 до 95%. И, соответственно, другие штаммы существенно меньше представлены. Тяжесть эпидемии не превышает аналогичных в предыдущие годы. Несколько десятков погибших в этом году от гриппа в нашей стране, как отметила министр, это в основном люди с пониженным иммунитетом, которые слишком поздно обратились к врачу и пытались лечиться самостоятельно. В то же время, по словам Вероники Скворцовой, в этом году противовирусных препаратов закупили даже с избытком, а дефицит в некоторых аптеках, как правило, результат ажиотажного спроса. Не успевают подвозить со складов. Пока министр здравоохранения рассказывала об этом, ее коллега, министр экономического развития Алексей Улюкаев, время от времени то чихал, то кашлял, стараясь сделать это как можно незаметнее. В этом году три препарата противогриппозных являются компонентом минимального аптечного ассортимента, поэтому они просто постоянно в обязательном порядке должны быть в каждой аптеке. Если грипп – болезнь привычная, то вспышка лихорадки Зика в Латинской Америке стала неожиданностью. Некоторые ее симптомы напоминают тот же грипп – температура, озноб, головные боли и боли в суставах. Как правило, болезнь проходит бесследно, но может быть опасна для беременных женщин. И хотя разносчиками лихорадки считаются москиты в жарком и влажном климате, случаи заболевания за последнее время уже зарегистрированы в Норвегии и Дании. В России пока ни одного, но президент попросил министра здравоохранения все же не упускать и эту болезнь из виду. Там еще гадость какая-то из Латинской Америки, да, передвигается. Тоже вирус какой-то. Да. А комары разносят его. Как комары, конечно, через океан не перелетят, но инфицированные люди могут перелетать и перелетают. Уже вирус появился этот и в Европе. Я вас прошу обратить на это внимание, потому что он поражает, насколько я понимаю, беременных женщин. Да, и это может иметь тяжелые последствия для детей. Поэтому нужно внимательно к этому отнестись, в том числе и у вас есть хороший опыт работать с транспортными компаниями, с авиационными компаниями, понимать, каковы признаки и оперативно реагировать. Ну и, конечно, нужно над препаратами работать лекарственными. В постоянном режиме работаем. Хорошо. Уже после совещания главы государства с министрами Роспотребнадзора распространил сообщение, в котором рекомендовал беременным воздержаться от поездки в 27 стран, в основном в Латинскую Америку, где наиболее высок риск заразиться лихорадкой. Вице-премьер Юрий Трутнев сегодня же доложил президенту о результатах поездки на международный форум в Давосе, где он возглавлял российскую делегацию. Среди прочего, обсуждали отмену антироссийских санкций. Причем, по словам Трутнева, разговор на эту тему начали коллеги из европейских стран. Не обошлось и без политических споров. Подробности неизвестны, но информационная агентства скупо сообщали о высоком градусе дискуссии между российской делегацией с одной стороны и генсеком НАТО и президентом Украины с другой. Причем, судя по всему, порой разговор переходил за рамки дипломатического протокола. Как сказал сам Трутнев, обладатель довольно высокого в восточных единоборствах, пятого дана по киокусинкай, ему тоже пришлось выступить. Обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак. Это Высоцкий не про вас пил, нет? Честно говоря, Владимир, практически так, потому что были такие довольно жесткие нападки со стороны Столтенберга. Порошенко выступил. Я просто сказал о том, как это видит все население Российской Федерации. 90% от 146 миллионов. Картинка ровно наоборот. Аккуратнее, ладно? Ладно. Вице-премьер Игорь Шувалов доложил о выполнении поручений президента, которые он дал на прошлой неделе по итогам встречи с представителями малого и среднего бизнеса. Тогда предприниматели высказали несколько предложений по улучшению делового климата в стране. В частности, попросили запретить анонимные доносы в интернете, которые бизнесмены нередко используют для сведения счетов с конкурентами. Проходить мимо замечаний граждан нельзя. Ну, конечно, они должны быть открытыми, эти замечания, не за какими-то никами там прятаться бессмысленно.
Иначе можно вообще подорвать деятельность целых предприятий. Теперь нам нужно будет определить с Государственной Думой, как идентифицировать таких лиц, которые реально обращаются с жалобой на действия тех или иных предпринимателей или на качество услуг, которые они на рынке предоставляют. Это справедливо. Заместитель председателя правительства Ольга Голодец рассказала о том, что уже в конце этого года начнет работу новая интернет-площадка, где по общеобразовательной программе с лучшими педагогами страны будут заниматься дети, которые по каким-либо причинам не могут посещать обычные школы. Новая же виртуальная школа сможет вместить одновременно 1 000 000 учеников с 1 по 11 класс, которые будут сдавать обычные экзамены и, как все, получать аттестаты о среднем образовании. Кроме того, сегодня же Владимир Путин провел отдельное совещание, посвященное экономическим вопросам. По словам пресс-секретаря президента, на нем обсуждалась текущая ситуация и меры по ускорению экономического роста. Михаил Акинченко, Вячеслав Архипов, Олеся Трофимович, Сергей Валетов, Первый канал.